25 января, в день памяти мученицы Татьяны, в Государственном Кремлевском дворце состоялось открытие 31-х международных рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». Международные рождественские чтения объявляются открытыми. В составе делегации от Екатеринодарской епархии участие в форуме принимают духовенство епархии, представители Министерства образования Краснодарского края, а также педагоги общеобразовательных организаций Кубани и воспитатели дошкольных учреждений. В этом году большая делегация в составе 84 человек прибыла с Кубани на международные рождественские чтения для того, чтобы вопрос о глобальных вызовах и свободного выбора человека не только поделиться своими планами, но и обрести большой опыт, который, как правило, всегда привозят на эти рождественские чтения со всей России. Все делегаты примут участие в работе секций и семинаров чтений по различным направлениям. На чтениях я не в первый раз, но от рождественских чтений всегда жду чего-то нового, обмена опытом между другими регионами. Очень интересно посмотреть, как работают коллеги. Чтение – это самый великий учитель для нашего брата-учителя. Здесь мы встречаемся с умными людьми, с батюшками, здесь мы узнаем нечто новое. Это великая школа, которую можно применить для наших учеников. В ходе работы чтений кубанскими педагогами будет представлен проект «Педагогическая мастерская» о новых подходах к патриотическому воспитанию.